В Ивановской области впервые за 20 лет зарегистрирован самый низкий удельный вес подростковой преступности. Об этом сообщила Ирина Эрмиш на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе собрания, помимо положительных тенденций в работе комиссии, были рассмотрены и проблемные стороны данного вопроса. Тревогу вызывает рост числа преступлений, совершаемых подростками против жизни и здоровья. Увеличивается у нас число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, увеличивается число совершенных изнасилований несовершеннолетними. Особого и пристального внимания субъектов, всех субъектов профилактики требует вопрос увеличения числа, ну, так скажем, очень маленьких преступников. Преступность в области молодеет. Среди причин появления этой совсем нерадужной статистики была названа нерациональность в работе муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Каждая комиссия функционирует в индивидуальном режиме. Вследствие этого нет общей системы, которая утвердила бы единые требования к работе всех комиссий в целом. Важно, чтобы профилактические меры по предупреждению преступлений среди подростков предпринимались в каждом районе области без исключения. Среди эффективных средств профилактики ранней преступности можно особо выделить деятельность Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления МВД России по Ивановской области. В прошлом году каждый третий подросток был направлен в Центр за совершение общественно опасного деяния. К сожалению, приходится констатировать, что до сих пор не во всех районах области данная мера воспринимается как профилактическая, а продолжает расцениваться как мера наказания за совершенные правонарушения. Большое опасение вызывает увеличение случаев употребления и распространения подростками наркотических веществ. В прошлом году из-за ядовитого зелья пострадали несколько десятков подростков. Как следствие, было заведено 24 уголовных дела в отношении несовершеннолетних, у которых были изъяты наркотики. Несмотря на снизившийся удельный вес преступности, ситуация в регионе остается напряженной. За прошедший год на учет в региональные базы данных занесены 2378 несовершеннолетних. Это на 60 человек больше, чем в предыдущем. Из них в категории находящихся в социально опасном положении 629 человек, в 2013 году 510. В категории нуждающихся в ранней профилактике 1749, 2013 год 1807. При этом на учете в подразделениях полиции на отчетную дату состоит 1933 несовершеннолетних. 2013 год эта цифра составляет 2023. В целях профилактики и предупреждения преступлений среди подростков проводятся беседы с неблагополучными семьями, проходят мероприятия по организации летнего досуга, создаются профильные смены в лагерях. Из 308 человек, отправившихся в прошлом году на летний отдых в профильные смены, больше половины, по словам родителей, изменили свое поведение и встали на путь исправления. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.